Накануне наш канал анонсировал приезд в Тверь тамбовских пчеловодов Тюриных. И в этот понедельник наша съемочная группа побывала на открытии ярмарки, изучила продукцию, изучила акции, по которым можно будет купить мед до 24 февраля в торговом центре «Олимп» и в бизнес-центре «Тверь». Мед тамбовских пчеловодов Тюриных в Твери хорошо знают. За 12 лет покупатели полюбили их продукцию. Секрет успеха прост – качество, богатый выбор и уважение к покупателям. Поэтому Тюриным в областной столице всегда рады. По многочисленным просьбам мы в очередной раз в областной столице. Нам очень много пишут, звонят, спрашивают, когда мы приедем. Вот мы наконец приехали. У нас, как всегда, большой выбор меда, очень много сортов. И акация, и липа, и гречка, и цветочные, все привезли. Вся продукция соответствует ГОСТу. Мед долго хранится и не теряет своих свойств. Покупатели используют этот продукт не только как лакомство, но и как средство для поддержки иммунитета. Но он натуральный, и все, когда болеют, что делают? Молоко с медом, либо чай с медом и так далее. У меня парень его любит и употребляет. В основном, даже когда не болеет, просто для профилактики. Очень любим, вся моя семья. Мы часто пьем чай с моей мамой и с медом. Это прекрасная альтернатива с современным сладостям, в которых очень много сахара. Мед много не съешь, но тем не менее от него не поправишься. Наоборот, очень полезно, вкусно. Липовые от простуды я беру постоянно, гречиху, так, чай. В дни проведения ярмарки для покупателей действуют выгодные предложения. Из новых акций это 20% скидка на мед молочая, 20% скидка на весь сотовый мед. Цветочный мед, если покупаете 3 литра, то всего лишь 1000 рублей. При покупке 5 килограмм меда 6 в подарок. При покупке от 3 литров одного вида меда скидка будет 17%. Всех ждем. Успейте купить мед до 24 февраля. В следующий раз пчеловоды Тюрина приедут в Тверь только в июле. Добро пожаловать за медом в бизнес-центр Тверь на Смоленском 29, первый этаж, и в торговый центр «Олимп» на Тверском проспекте 2, через центральный вход налево, второй этаж.